Дорогие друзья, сегодня в Кордалжин мы проводим народное гуляние, посвященное празднику Масленицы или, как называется, проводы зимы. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Это праздник весны. Сегодня вот солнышко, скоро все расцветет. Организованно это праздник мы проводим народным ансамблем «Русская песня». И, конечно, при поддержке нашего акимата, районного дома культуры, за что всем огромное спасибо. Хочу всем пожелать счастья, мира, добра, радости в каждом доме, и чтобы в вашей душе всегда сияло солнце. Звали лакомкой, блинами угощали, за то, что в среду песнями друг друга поздравляли. Эх, Масленица блинная, эх, Масленица сырная, широкая, честная, заденется такая, широкая. Сегодня мы проводили зиму. У нас такое поверье есть: зима, зима, уходи, весна, весна, приходи. Сегодня организовали такой замечательный праздник — Масленица. Спасибо организаторам, русскому хору Кружинского района, акимату, что они провели такой праздник. Все было организовано, красиво, весело. Самое главное, что поддержали население все интернациональное наше. Вот, праздник удался. Спасибо организаторам. Мы очень рады. В дальнейшем думаем, что еще будут продолжаться такие праздники. Не забывать, чтобы все поддерживали, все приходили на этот праздник. Было очень весело.